Да, и подъем сейчас замерил, вывесил одну сторону 30 сантиметров. Качение идет. Вот. Отлично. То, что я люблю. Друзья, всем привет! Отдельным персонажам отдельный привет. Их еще называют сказочными персонажами. Ну, там немножко по-другому. Ну, пускай будут персонажи сказочные. Вам вообще отдельнейший, огромнейший такой приветище. Вот начинаю вот ролик вот с этой благодарочки. Вы вообще уникальный народ. Ну, там еще чуть по-другому называется. Ну, это мягко говоря. Итак, в этом видосе что? Продолжаем построечку мини-трактора. Некоторых бесит, что я вот так вот делаю 1000 раз, а я буду делать это и 2000 раз. Значит, сделал крепление для вот этого, как говорится, полноценного компактного сцепления. Вот. Кто-то говорит, у кого-то восьмерит. Не знаю, мужики, ничего не восьмерит. Все крутится, не закусывает. Пробовал я выжим. Диск чувствует себя отлично. Поэтому смотрите свои как бы настроечки. Вот. Где-то, значит, у вас что-то пошло не по плану. Здесь я не заморачивался. На ступице есть вот этот такой выступ, да. Чтоб там не вырезать, я его тупо отпилил. Ну, за ненадобность. Я же уже объяснял, что где нужно, я всегда отрежу. Где нужно, я приварю. И так далее, и тому подобное. Все это затянуто наглухо. Здесь уголок развернут внутрь. Так, чтобы он сюда сильно не торчал. Здесь труба 40 на 40. Здесь кусочек уголка. Вот сделалось это все из обрезков. Сначала хотел сюда впихнуть кусок швеллера. Я его, кстати, вот он отрезанный. И закрепить все на него. А потом думаю, а лучше его использую через этот самый. На навеске этот швеллер. А здесь вот сварил вообще он. Куча целая всех, всяких, это только здесь, обрезков. Вот сделал все из этого. Трубу сместил. Видно, да, крепление болта здесь, крепление болта здесь. Ну, это очень удобно, сейчас покажу. Вот, ключ торцовый. Ставится, откручивается. Ставится, откручивается. Никаких проблем. Везде можно подлезть. Ну, изначально я хотел его спрятать туда, болт напротив болта. Тогда бы было немного геморройнее все это дело монтировать и демонтировать. Все. За спил, вон видно, да? Сюда, за этот спил, ничего нигде не торчит, не выходит. Как-то так. Дальше, что? Сейчас ставим сюда переднюю балку. Я ее уже сделал. Вот она. Пойдемте поглядим. Снимаю все с первого дубля. Стоят барабаны здесь заднего моста. Для чего? Для того, чтобы выставить колеса ровненько. На них просто удобно. Имеется четкая граница. Вот. Это для того, чтобы установить вот эту тягу поперечную. Равняются барабаны, ставится угольничек, подводится. Сейчас он, наверное, нет, стоит ровненько. И второй барабан тоже вот так подводится к нему. Также и с обратной стороны. Перепроверяем. Все четко. Значит, по отношению к вот этой балке колеса стоят прямо. Дальше замеряю с этой стороны расстояние, не сверху. Смысла тут нету. Вот с этой стороны расстояние линейкой длинной. И с этой стороны тоже замеряю расстояние. Все, очень удобно мерить на них. Как-то так. Сейчас я их отстегну и пристегну колеса. Так, здесь у меня технологические отверстия. Два штуки с одной и с другой стороны. Для чего, да? Ой.
А для того, чтобы можно было, показать-то лучше, добраться до вон того болта. Я думаю, понятно, да? Здесь вот такой вот ключик, да? Как пристегнуть-то? Вот так вот. Вот такой ключ. Сейчас вот так попробую снять одной рукой. Ага, не получается. Вот так вот вставится, одевается, мужики, головка, одевается на болт и откручивается. Это для моего удобства. Человек может ее в жизни никогда не будет откручивать, но я еще раз буду его разбирать и собирать. Перед тем, как красить, и после того, как уже будет покрашено, буду его собирать. Вот. Как-то так. Осталось теперь ее оттуда достать. Что еще? Здесь качель обварена. Все, в принципе, я уже показывал. В другом видосе, да, в самом первом. Ничем она не отличается, кроме вот этого. Ну и там здесь глушечки поставил. Сейчас разверну. И мы ее посмотрим. Конструкция один в один. Да, и обязательно напишите в комментариях о том, что я неправильно назвал ролик. Я специально написал узел качения. Вот. Обязательно поправьте и отправитесь вслед за остальными. Вот, как-то так. Так, балку перевернул. Вот за эти глушки я говорил. Там три гайки приварены. Здесь три, здесь. И наглухо все это дело заварено. Также точно и на узле качения. Качения. Пишите, да? Ой, назвал не так. Обязательно почитаю. Выставлены под шаровые. Шаровые будут стоять девяточные. Также там вваренные гайки. И все это крепится по диагонали. Для, мужики, для компактности, так сказать. Вот. Места им хватило. Так, труба это 80. Длинновато. Так вроде бы в самый раз. Если сюда, то пришлось бы ее растягивать. Что не очень-то хотелось. А вот таким образом... Все просто замечательно. Так, пойдемте к трактору. Здесь по-простому у меня все. Гаечка. Просверлена рама. Гаечка сделана на конус. Как делать конуса из гаек, я уже показывал. Здесь труба 40 на 40. В нее вставлен, значит, уголок 30. 5, по-моему, на 35. Вот. На по всей длине просверлен. Через уголок прикручено. Плюс он еще приварен к трубе. И уже крепление идет к уголку. Вот. Швеллер сюда ставить не захотел. Там технологическое отверстие для закручивания вот этой шаровой. Высверлено на 30. Также технологические выставлены под вот эти болты через раму, то есть передняя рама будет отстегиваться, не откручивая вот этого сцепления. Сцепление снимается, там поменять ремни там либо еще что. 4 болта открутил, вот так отодвинул, также его и поставил. Вот здесь вообще откручивать ничего не надо. Это соединил. Роли тут они большой не играют. Единственное, если когда-то придется раскрутить, чтобы они ту же самую форму удержали. Все. Как-то так. Все, сейчас ставлю сюда балочку и колеса полуоси. Переворачиваю, и он уже будет стоять на колесах. Вот. Это уже дело пойдет повеселее. Так, продолжаем. Все, прикрутил. 4 болта. Качение на шаровых. Уже проверенный вариант. Работает отлично. Чтобы ее с балка гуляла, исключено. Труба
выведена на уровень низа рамы, то есть поднята. Я думаю, видно. Вот. Все, теперь настроено четко. Так, тысячу раз проверено по отношению к раме, по отношению лево-право, вверх-вниз, дальше, ближе. Все отлично. Размеры. Один только размер, наверное, скажу. От этого края до начала рамы у меня 13 сантиметров. Труба 80, вот так, шириной на 40. Стенка 3 мм. Вот этот размер у меня чуть меньше. У меня 12. Здесь я на сантиметр его утопил. Вот. Как-то так. Все, сейчас ставлю полуоси. Кожашки ставить не буду. Барабаны. Наверное, барабаны так поставлю, чтобы дистанцию соблюсти. Вот. С колодками мы еще разберемся. Я буду, когда тормоза делать, это уже когда выведу педаль, конкретно буду разводить. Я его еще раз также переверну для удобства монтажа этих всех трубок. Скорее всего, будут гидравлические там подключения всего, педали там, крепления, штоки. Ну, это просто удобно. Вот, стоит на козликах на уровне пояса. Все. Снимаю барабаны, ставлю полуоси, колеса туда, колеса сюда и переворачиваем. Вот так вот нехитрым образом снимаем его с козлов, мужики. Пока в перевернутом виде, чтобы нацепить колеса и вперед, и назад. Ничего на своем горбу таскать не нужно. Вот. Как-то так. Так, друзья, поставил на колеса. Поставил луазовскую свою резину. Вот. По ней буду делать крылья. Но здесь будут стоять обычные колеса. Спереди обычные мотоблочные. 4200 на 8. Вот у меня на тракторе сейчас батя он чистит у хрюнделей. Точно такие же стоят, только диски покрашенные в серебро. Вот здесь идентичная резина. Такая же китайская, грубо говоря. Вот теперь можно продолжать построечку. Уже пойдет повеселее. Двигатель так поставил на кусок фанеры. Будет стоять по центру и прятаться полностью за капот. Рулевую рейку, точнее колонку, придется ставить с этой стороны. Делать крепление, там изгаляться по-хитрому, чтобы он все-таки спрятался. На моем тракторке, тот, который уехал, рулевая стоит с этой. Двигатель смещен и торчит. Вот так, наполовину торчит из-за капота. Ну, внедрю сюда. Я думаю, ничего тут страшного и ужасного нет. Все. На этом, пожалуй, можно видос закончить. Остается тут самое сложное. Это расположить педали. Вот. И все. Это, наверное, самое сложное. Адекватно их тут провести, подключить. Вот. Как-то так. А дальше уже получаться будет само собой. Само собой. Все, мужики, всем пока. Не обижайтесь там, если кого-то затронул. Ну, неадеквашки есть везде. Что ж поделаешь. Всем, как говорится, не угодишь. Все. Отлично. Просто замечательно и шикардос. И шикардос. Что еще рассказать вам в следующей серии? Не знаю, посмотрим. Про цепь. Там постоянно пишут мне, что ты ее используешь? Что ты ее постоянно тычешь? Пора уходить, пора напрямую соединять. А зачем? Это такой же расходник, как и ремни. Как ремни на машине. Как ремни, я не знаю, на любой технике, да?
на любой сельхозтехнике, цепи. Это расходник. Я еще ни разу ее не подтягивал, не менял, не затягивал. Она не тянется, как, я извиняюсь, презерватив. Некоторые, может, так и думают, что она там вот из полуметра становится там 1,30 м. Нет, не становится она. Она продается на метраж, по-моему, что-то около 800 рублей, 2,5 метра. Хватит ее тут на 10 лет, если менять раз в 2 года ее, грубо говоря, и то при условии, если она растянется. Так что не вижу проблем. При этом коробка поднята, а если ее соединить напрямую, она опустится. Хвостовик поднять кверху, вот так вот. А зачем? Зачем изобретать что-то, когда и так все замечательно? Компактно и чудесно. Он насается, батя, и в ус не дует. Какой там клиренс? Какой там, и что там, к чему и почему? Раз в году там картофана кучит, так я его не окучиваю трактором. Я копаю только, и все. Вот и никаких проблем. И таскаю все подряд. Ладно, мужики, всем пока. Пишите комментарии. Пишите даже плохие комментарии. А я буду тоже вам писать плохие в ответ. Все. Скоро увидимся.